На челябинский магазин напали с ножом. Мужчина с опасным предметом в руках угрожал посетителю. Вот кадры с места ЧП. Вы видели, что я кому-то угрожал? Видел. И что? Как-то вы с ножом пытались напасть на гражданина Российской Федерации. На кого? Как на какого? Я вам сидел. Да, сделали. Что? Вы мне порезали штанину. Этого мужчину остановили сотрудники охранного предприятия. По их словам, ночью в магазин он наведался с ножом. Благо, в этой истории обошлось без серьезных травм. Этого мужчину тоже ночью вытащили из магазина. По словам сотрудников все того же охранного предприятия, он ругался с другими покупателями и разбрасывал товар с прилавка. Когда приехали охранники, он якобы попытался напасть на одного из них. Поэтому защитникам пришлось воспользоваться газовым баллончиком и наручниками. Обоих мужчин передали полицейским.